Итак, всем привет! Обзорное видео для магазина 21 век. Подробное видео потом сделаю, залью к себе на канал граф обзор на YouTube. А сейчас для 21 века сделаем видосик. Вот такая дверь приходит в таком вот состоянии, то есть обклеена, защищены петли, видите, как поролон этим пенопластом. Тут проставочки, замки сразу уже врезаны, наверное. Так, так, только ручки установить. Металл, вот нажимаю пальцем, вроде не продавливается консервная банка. Петли вот такие. Смазка. Здесь также. Ага. Что внутри? Здесь не утеплено, здесь не должно утеплено быть, потому что когда при установке запените сами. Так, здесь как-то непонятно чуть-чуть. Так, давайте еще дверь поставим вертикально. Оп. Вроде как должна быть 1,70 кг, но у меня весов таких нету больших, чтобы взвесить. Так, вот так она у нас стоит, эта дверца. Пенопласт в двери видно, то есть здесь же глазок не вставлен. Внутри пенопласт. Так, давайте перевернем на ту сторону. Вот так наша дверь выглядит с внутренней стороны. Вот такой вот цвет. Тут обклеечки пленочкой. Ну, капитально, симпатично. Коричневый вот такой вот. Вроде крепкие эти петли. Здесь поднимается вот так монетка, как говорится, заглушка. Ну, еще в комплекте идет вот такая коробочка с причиндалами. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот коробочка наша. Распакуем, посмотрим, что еще в комплекте. В комплекте у нас тут глазок закрывается этот, с пластиковый такой легкий. Инструкция есть, поворотная, пластик вот это, кстати, задвижка внутренняя. Ключи большие, 5 штук, длинные вот эти, 5 штук, и 5 ключей вот таких, коротких более. Сам замок опять же задвижкой, болт фиксирующий, рукоятка хоть хорошо, металл, вот такой вот металл. Ну, симпатичный. Симпатичный, вопросов нету. Одна ручка. Вторая ручка. А также у нас имеется заглушечки. Почему-то их только тут, кстати, две. Может, так должно быть две, не знаю. 4 пробочки.
4 проволочки, а также набор шурупчиков с шестигранником и вот такая соединительная штуковина. Вот такая, в общем, дверь. Всем пока!